Так, сегодня у нас 5-е число 5-го месяца, 15:33. Ира сказала еще 7 минут ждать до готовности шашлыка. Это я вот так жарю шашлык. Ой, надеюсь, птичек слышно. Ой, птички поют. Это у нас субботник типа был. Мы убирали мусор и заодно решили жарить шашлык. Вот такая вот красота. Не знаю, мне кажется, шашлык готов. Хотя, может, я не уверен. А ну-ка с этой стороны посмотрю. Ой, а с этой стороны у меня и лучок посыпан, и сальце положено. Ой, какая прелесть. Все, как правильно делать шашлык в Подмосковье. Какая красота. Ну, таким образом, вот такие котлетки порубленные. Я их взял, шашлычок с сальцем, как вы видите, вот здесь лучок положил. А вот с этой стороны положил лучок и положил сверху сало курдючное. Наверное, сделал неправильно, так как сало должно соприкасаться с мясом. Тогда вкус типа вкуснее. Но не знаю. Я попробую через лук, надеюсь, тоже будет вкусно. Вот, как правильно готовить шашлык, видео будет называться. А то просто хвастаешь, что я шашлык делаю. Нет, вот, маринад обычный, а маринад обычный, то есть уксус, перчик, ну, не знаю, что там Ира еще вложила. Соль обязательно. Все, еще, то есть, жарим на углях в течение 40 минут. Я есть хочу! Всех с 5 мая!